Любясин. Ну, согласно другому закону, этот человек должен быть обязательно... Закон о выборах избирается путем, который список подает политические партии или объединения. И в связи с этим, конечно, желание – это одно, но есть законный путь, который надо проходить. Если иным путем, то надо менять закон. Это желание... То есть можно сказать, что закон о выборах противоречит соответственно? Нет, он не противоречит. Если, соответственно, это фундамент, из чего потом происходит и закон. Закон меняется, соответственно, меняет очень... Практически надо менять чем... Реже, тем лучше. То есть он дополняется. Дополняется, да. Спасибо. Спасибо.